Тем временем сегодня стало известно, что из старой команды областного правительства уходят 5 чиновников. По данным одного из СМИ, вчера был последний рабочий день исполняющего обязанности зампреда правительства Алексея Кузнецова. А сегодня заявление об увольнении по собственному желанию написали исполняющие обязанности министра промышленности и энергетики Кировской области Евгений Михеев и исполняющие обязанности заместителя председателя правительства Александр Галицких. Кроме того, заявление об уходе с должности написал исполняющий обязанности министра внутренней информационной политики Борис Веснин. Он якобы оставит свой пост 20 сентября. Увольняется и исполняющий обязанности министра юстиции Роман Береснев. Правда, пока официально в правительстве подтвердили отставку только Алексея Кузнецова.